последние минуты Сталина, они тоже довольно характерны для всего этого довольно фантастического времени. Сталин лежал в параличе, не мог говорить и только двигал одной рукой. Собралось все политбюро. Жестом таким слабым руки, вот на себя таким манящим, он кого-то подзывает, но не слышно, его губы не могут произнести имени уже, никакого слова. Подходит Молотов, Сталин делает такое слабое движение, говорящее, что отойди. Еще подзывает, подходит Берия, отойди. Третьим подходит Маленков, он берет его руку и не выпускает до смерти, которая последовала через несколько минут после этого.